Ну окей, потом уйдешь туда. Этот. Давай один трай сделаешь, если не будет тебя, то. Давай, давай. Нужно будет идти, потом пойдешь. Наемный похиль. Пятая пачка это на кубы будет сразу. Я пока всем этим займусь. Метки пораспределяю, чтобы сразу. Тактику все знают уже, кто был здесь. Первый будет танчить Юи, второй Пинаколада, последний будет танчить Вакати. Похлован на трэш. У него хорошо трэш получается танчить. Да, Вань, тебе нужны какие-то шмотки вообще с какого-нибудь босса? Ну все тогда. Там у тебя тоже, смотри, на печеньку ИП может насобиралось. Разъебаешься, если захочешь. А, ну окей, не нужно так не нужно. Все, тогда не нужен будет. До самого конца можешь. Я думал, Матик тоже бабочка. А он не бабочка. Блять, ну если он бабочка, я просто херею на них. Ну что, братья, бабочек? У меня никто бабочками не отображается. Наоборот, фрейм меньше, кайфовее. Нет, блять, вообще говно полное. Выбил маунтов уже нового. Там Джонс босса падает, нет? Нет. В Долоране щупали. В Долоране вот этот. Ну я не знаю, я блин, ну мне бы хотелось бы еще одного. Там буквально штучек 10 ударить, он выпадет. Мне из спутника был маунт. Даже без пати. Просто в серого бьешь. Там пати не надо. Ну я о чем. Так там же надо загреть именно на себя, нет? Нет, и просто именно урон по щупальцу, да? Даже если он не твой. Там есть, банк хочешь? Да. На замену хочешь, на замену хочешь? Ну я похуй, я тебе говорю. Иди на замену. Я ничего лутать просто не буду, по-любому. Хорошо, давай я ренессанс возьму, потому что... Да, ты все равно ничего не сможешь залутать, у тебя ИП нет. Нагрувай, я тебя Сань. А? Там же чмыга без проходки. Кто? Чмыга. Минимум проходка надо, он говорит. Он без ДПС. Если бы он 20 давал. 149 без ДВС? Да, он без ДПС. Он без ДПС или нормальный дамаг? Ну, девятка, по-моему. Плюс минус. Ну, стационар тоже там без ДПС, но там рейд. На груля краш-тест я возьму себе. Да. Ну, хотя он с бетом, поэтому бета подружу поставить полезен будет. Этот, ладно. Ладно. Юра, тебе надо что-то с босса? Этого. С магика. Если нет, то я чмогу туда возьму. Третью неделю подряд я просто прихожу в рейд раздать квест. Ну опять, видишь, сейчас задача ЦЛК. Не вопрос, не вопрос. Просто я не... Единственное, что мне по факту надо, это с копыта поезд и с мороза беттинг. Все, вот. Так вот, пока вы все здесь, это КД и следующее КД печеньки, и какой-то там прям основной лут, который сильно усилит, будет в первую очередь ДДшники сейчас летать. Теперь два КД этих. Мы закрыли магик. Ой, не магик, а это. Саурфандер. Ладно, давай я чмогу вместо тебя опять тогда возьму. Mm-hmm. Восемь декашников, блядь. Да зашел.
Да пиздец вообще. Так, Вадим, с тебя с тебя РСПДшные фласки взять, Санька, с тебя ДДшные, я сапроты возьму. Вся пятая пати и танки кидайте. Мне обмен, только не сейчас. Когда скажу. Банк поставил. Все сваливаю. Я ДДшные, да? Да, ты ДДшные. Я сапроты, Вадим, РСПДшки. Так. Все, я не в рейде. Поставьте шкаф, пожалуйста. Вот я тебе дам помощника, будешь череп ставить. Да, третья пати, извиняюсь. Третья пати обмен будет определенно, можете уже кидать. И 4 танка кидайте обмен. Сейчас я всем ЕП начистил. Кидайте обмен. Не, Полинор, ты СПДшку пьешь. Расставил меточки. На декурсе будет Маша всегда. Я буду ей помогать, если будет все плохо. Это по поводу левых мобов. Почему я Гусумонте тоже? Сацуна опрос дает. Войт, я... Все кинули? ДДшные. Что даешь? Я мили в банке даю. А кто СПД? Мейлик. Я квест сделал, мне теперь банка больше СПД дает и 2 часа висит. Тут СПД пить надо. Так, Чмыга, для тебя тактика, все остальные знают. Смотри, босса бьешь просто в центре, в огне не стоишь. Видишь, тут три портала появляются. Первый, самый левый портал, что ты на нем делаешь? Ты напуливаешь мобов на... всегда, на пахлавана. И просто их ауешишь. Это касается левого портала. Активируется правый портал, будешь всегда играть по черепу. Не правый, центральный. Играть по черепу. Активируется левый портал. Ой, правый. Там будут бесы выходить. Бесов не трогаешь, пока не сказали. Когда сказали, напуливаешь на пахлавана, опять же. Всегда напуливаешь пахлавана, если что. Напуливаешь пахлавана, именно мобов. Мобы всегда приоритетом заливаются, когда они выходят. Не босс, а мобы. Заливаешь мобов, напуливаешь их на пахлавана и бьешь через АОЕ. Также напоминаю всем, не станете их. Станет первый Сацуне, потом отдаст пахлавана и последний Мейлик закинет. Так, все, это готовность на банки. Сейчас стой. Будет. Есть еще кого-то заменить? Да. Ну, думаю, да. Райласа пригласи. Кто такое? Райласа хватит. У него нету возможности. Почему? Он не закрывал ИВК. ИВК 25 не закрывал. Да блин. Все, давайте этот... СС я сейчас скажу, кому отдать. У нас сколько локов? 2, да? Да. Так. Все, ребафайте, поставьте дживса одного. Санька, давай ты. Все починитесь сразу. Ставлю рыбу и будем пулять. Теперь по сбитию костов. Кресту сбивает Пинаковада, Юю сбивает Рамбу. Трусам сбивает Мистер Бонд. Печеньки сбивает Апокалипсис. Звездочки сбивает Атхила. Поставили дживса где-нибудь? На все фласки взяли. Если нет, то Сацуна обмен около креста стою. Ты запоминаешь ники, чтобы по два раза не кидали. Да я... да. Ой, еще раз. И потом их карандашиком. Можешь и не карандашиком записывать. Got health for retrike? В филе. Нет. У меня мили. Он мой мили.
Все, кушайте рыбу. Давайте меньше времени здесь потратим. Поэтому. Хилы из ПДшки можете пить. Или на ману выпей на восстановление. Ну, короче, выпей что-нибудь. Можешь сапрот, похер. Ешь рыбу, пей любую фласку, готовность на полуглавные косты сбивайте. Следите за своим агро также. Сейчас, кстати, пока опять же все в рейде, любая смерть — это частично ваша вина. За любую смерть сейчас будет сниматься рейда. Как ни крути. Поставьте, пожалуйста, ауру третью. Если на кубе умрешь, в принципе, будем рассматривать ситуацию, но твоя вина как бы тоже есть. Ты можешь там доспех нажать, что-то прожаться там как-нибудь. Ну, то есть, всегда есть возможность, вариативность. Если по моей вине, то я себе сниму, умрешь на кубе. Поэтому как-то так. Следите за агром своим. Я уже всех назначил бухой. Ну ты там с какой-нибудь трусы подстрахуй. А X-Freak подстрахуй звездочку тоже. Все, разберемся сейчас. Готовность на пол. Давайте время не будем тратить. Good help, white spirit. Все, все готовы. По слову пул пуляете. Припоты может. Молодцы. Кто запулил? Вова. Ладно. Играете все точечно, сбиваете исцеление тьмой. Иксрик за костой бомжей. Похован дай массакру. Исцеление смой, не сбили каст, алло, ребят. Добиваете метку без черепа вначале, которую мы били. Почему ее перестали бить? Ладно, играйте по черепу. Мне просто пальцы раскидывают. Исцеление тьмой! Я сейчас... Вадим, прожми с массакром. Играйте точечно по черепу сейчас. Сцеление тьмой все должно быть сбито. Чмыга скинь агро. Коля, нажми массакру и бомжей закастуй. Добиваете без черепа метку, потом по черепу играете. Коля первый танчит, ю-ю. Второй пинаковато, третий локати, напоминаю. Больше урона, тут очень долго забиваем. Коля, через 10 секунд приготовься ловить. Всех убили? Все, трэш можете. Да, всех можете. Ни этих големов не бить. Герл с пула даст Полинор. Всегда приоритетом мобы. Активируются левые мобы, подводите босса под портал. Активируется центральный портал, отводите босса в центр. Активируется правый портал. А, также кастеры. Напомню, печать Максельдона вешается. На 3 секундах стоп эти каст, а то ману сожгет и столько же задамажит. Джанк СС по Юи закастуй, по Пинаколаде второй лок. Будрейвен, как называется. Кубисты, приготовьтесь. Ближе к кубам подойдите, но не заходите на них.
Скоро будут. Так. Левый портал активируется, кубы прожали. Держим. Отпустили. Подвелся к левому порталу. Коля, давай массакру. Маша, ты на декурсе вместе со мной. А косты сбиваете. Первого мобу косты главное сбивайте тоже. Пахован, давай массакру. Приоритет мобы, по мобам играем. После Пахована приготовься, пинаковада. Давай. Приготовься следующий вакати. А, ты танчишь не для ниты. Давай этот good help. Как только мобов добьете, босса в центр снова выводить. Все, вспышка, приготовились. Бесы, отлично, босса в центр. Прожали кубы. Отпустили. Босса в центре пока держим, пока все бесы не выйдут. Играем по боссу. А назначить гнев? Гнев первый Сацуне, второй Пахлаван, ты потом третий. В огне не стойте. Сейчас выйдут все бесы. Все вышли, побежали к бесам. Переводите босса. Вакати, нажми массакру. Танька, приготовь ему зубы. Закидывай. Хорошо. Так, Коля, если откатился айсбаунд, нажимай. Отдал гнев. Он был мой. Пахлаван, ты следующий. Вы, если всех бесов добили, в центр босса вывели. Вспышка через уже 9 секунд. Я Академи отдельно начислю, скажите. Босса в центр выведите. Стражи. Центральный портал босса в центре держим, прожали. Кубы. Отпустили. Так. Майлик, давай массакру. Черри поставь бой. В миле стоит один. Там не мана, короче. По черепу все играете. Закастуй на Йоми гимн на ману. И на ковада нажми массакру. Ну, мастер, айсбаун, точнее. Тут он и бей, я потеряю. Окей. Мне все равно делать нечего. Бей, Санька, хорошо, давай бей. Смотрите, стойте ближе к выходу, чтобы вам не зацепляли. Следующий изморский иннер по Майлику. И этот, не надо. Следующий. Все, последнего гриппайте, добивайте. Да надо, надо. Это я проебался, а просто этот. Взорвал. Все хорошо, тихо-тихо. Маша иннер по Полинору. Скоро кубы через 4 секунды, приготовьтесь. Бесы снова, босса в центре пока держим. Спражали кубы. Отпустили. Ждем, пока выйдут все бесы. В идеале его и перевести здесь. На бесах этих. На 50% все в крест убегают, забыл вам сказать. Приготовились вести к бесам. Пахлаван, с тебя будет первый массакра. Все, подвели. Играем по бесам. А через зауешку массакру. Только откатились. А, Пахлаван отдавал. Окей. Давай, good help, Женя, ты. Ты умер. Вставай, Юи. Сразу ребаф, Юи. На хп. Даю гнев небес. Продлить. Пахлаван, ты след.
И следующий. Ох, кто-то еще один по... Да, будем стопать по этому боссу. Босс это 52% и... Хотя 13 секунд, успеем? Успеем? Не, не успеем. Если не успеем. До 52% и стоп. Все, стоп урон по боссу пока. Просто танков прохиливайте. Сейчас подождем, кубисты станьте. Можете до 52% перевести. Стражи. Просто мобов убивайте. Прожали кубы, кубы, кубы прожали. Прожали. Все там кубы? Все. Гимн на ХП Войд нажми. Фул ХП, ты чё? Все, играем. Были не фул. Играйте все точечно. Добейте мобов. Косты сбивайте. Коля, 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 нажми этот айсбаун. Косты сбивайте. Распределитесь до каждого. Локатия, что зубы есть? Не надо пока. Этот. Пинаковато, да, айсбаун. Давайте босса подведем, нет? Сейчас добьем. Погоди, я не понял, а вы что, пошли в магик? Да. У нас же у нас да, стоит. Подожди. Переводите босса, подведите босса, переводите босса. Добивайте трэш, главное. Вспышка 14 секунд, надо перевести его. И потом кресту убиваем, убегаем. Даже если один моб останется в живых, ничего страшного, убегаем к кресту. Перевели. 1%. Все, все к кресту. Массейф один, любой. Я дам. Ага. Все, сейчас в огне не стойте. Гера через 2 минуты. Давайте по очереди массейвы. Есть у кого массейв? Заберите, заберите. Осторожно в луже. Похванты. Да, стань. БР по Юи из Морски быстрее. Похван, ты пока тоже что танчишь. И ребаф его. Сразу ребаф Юи. Следующий пинаколада. Окей. Ну все, и по очереди сейвы отдавайте. Я это не анонсил. В огне не стойте, пожалуйста. Ни кастеры, ни мелики, и танки также тоже станьте, чтобы отлетать с ним в огонь. Гера через 40 секунд будет, отдадим Геру. Как кулдаун. Уже не стойте. Так, Маша, у тебя свободный инер есть, дрей по моей лику. Так, я еще за приход не дал, сейчас дам новый херачный флешмон. Изморский БР пинаковаду. А, не, не изморский. Он стал СС-ом, наверное. У него есть. Мне почему-то у изморского не показывает, когда он дает его. Не знаю почему. Маша показывает, из морского в ней. Да, Геру дай. Пахван, ты, короче, на подсейве. Если кто-то с танков упадет. Если что, зубы есть. Если СС откатились, залей те СС так же, как вы заливали. Джанг, Юи. Даю на ману. Давай. Вон, по вакате закинешь зубы, Санька. Угу. Давай, закидывай уже.
Закинул. Милости луны можешь через макрос закидывать в файермане. Да, я не могу в бою запомнить сервер. А, ну, у меня почему-то баг. Юи, поднимите. Все, похован, ты что танчишь тоже. Так. Есть БР? Не, давали. А, БР, Маша, по-моему, у тебя есть. Давай БР, если есть, по Юи. Да, конечно. Перебафну. Кто там после Юи танчит? Раньше чуть забирайте, это, по-моему, ты Вова. На ХП даю. Иннер по Полинору. А, нету Иннера. И могу без это. Маны. Давай, Гим, давай, давай, давай. Давай, давай. Без маны. Отдал. Все. Ничего, Грац, молодцы. Вот так и должны эти инсты закрываться было. Первый трайв. Ну чё за говно? Это шапка, это просто заколебало. Где эта сраная левая рука? Походу, Скара придется выбивать. Ну, щит хоть неплохой, единственное, что неплохое. Стойте, не улетайте, сразу сумку порольте. Кому она нужна? Так, сейчас я Сатане позвоню. Будет известно, либо я убегаю, либо я дальше сам иду. Хорошо, хорошо, хорошо. Кому сумка нужна, порольте, у кого ее нет. Не выкидывал, чему ее? Так, сейчас ЕП и ГП. Так, это 60, и за магика уже 150. Это 210, да? Ты что, заболел? Так. Ну да, да, немного. Этот, и кадами еще один. Насколько я помню. Все. Войт, ты на минусах сейчас будешь, окей? Угу. Сейчас будем не пашить. Давайте руки. 250 старт. Изморский. 250. 260 шмот. Сейчас еще только актуально. Апокалипсис 250 ставишь? 250 изморский. Больше перебиваешь? 300 изморский. Да подожди еще, ты 2К. Два... Блять, ты... Зачем на ИПР? Окей, 2К, так 2К. Снимай. Кашнику зачем? Вообще странно. Ну, для кашника он как бы нормальный. С РКБ, он ж Блад. Ну, как бы Бладу, конечно, силой лучше, но... Так, дальше. Ну, уже на груле киньте. На королей будет немножко другая перестановка. Почти все РДДш, все РДДшники, которые у нас есть, пойдут. Этот, и вары все пойдут. Голова. 250. Раз. 252. 253. На офспек 125. Надо кому-то? 125 раз. 125-2, 125-3. О, два черделя достал, ебать, красота. И щиток 250. Марухич. По-моему, тебе надо было. 250 раз, 252, 253. Марухич 250. И самое вкусное,
только ДДшники и только люди, которые основные ходят. Татька. Хован. Ты штанг. Мистер. Пока что только ДДшники. Ну, чтобы убить этого нужно. Отдавать ДДшники. Ну, я же сказал, эти два КД, чтобы Саурфанга больше урон было. ДДшники только и пэша. Скибиди не было на боссе. Женя, сейчас я за твои ЕП санки отдам или кому-нибудь другому, если будешь ставить. Короче, Будрейвен 5500. Там... Джанг. Джан... Будрейвен 6. Будрейвен 6 раз. Будрейвен 6-2. Будрейвен 6-3. Засмоните. Бля, я просто не понимаю, чего вы такие, блядь, сразу. Ну я же говорю, надо бить Саурфанга сейчас. Для этого нужно увеличить максимально ДПС. Короче, вышло обнова. Потом будете пешить свои печеньки. Я же тоже не... Сурку снизили ХП до 111 лямов. Посмотрите обнова там на сервисе. Стоп, все, тогда сразу стоп. Похвала, не пешишь? Да это какая разница, Саня, 111 лямов, это все равно мы не убьем за персон. Это я пошутил, типа, 1 апреля. Да, давай. Его если до 100 понизят, мы все равно вряд ли его ДПСом заберем. Не, 111 сразу убьем, я тебе говорю. Не, 111 убьем, Саня, мы ставим 4-го хила и спокойно убиваем. Два хапала. Да я тебе говорю. Мне помощь нужна? Не, я тебе ИП начислю. А, сейчас, возможно, будет нужна. Так, подожди сейчас. Могу я на замену идти, мне вообще ничего не надо. Да, сейчас по уходе серокастеров почти всех доберу, чтобы быстрее прошли инст. Может быть, еще сходим. Не сможет быть, а сходим еще и ЦЛК 20. Этот. Будрейвен, короче, 6К. Раз. Кто-то больше ставит или нет. Два. Я жму уже минус. Тоже печенька как бы нужна, но я ее не ипэшу, потому что я дальше фаера буду спекаться. Я не ипэшу, пацанам уступаю, там они дают ДПС и дохлещу вот эти локи. Ну так я тоже считаю, что надо, блядь, дать пока что локам, чтобы закрыть эту хуйню дальше. Давайте, Сум. Короче, Вакати на замену. Бета-тестер, нужно что-то с босса? Пошли лока суманем какого-то снаружи. Так, Ирария по-любому в рейд. Иксфрик от сила, вам что-то с босса надо? Там, кстати, палка свободная. Один из вас, походу, ее получит. А палка 260-я не надо от сила? Значит, так Иксфрику останется. Все, пошли. А, Коля... А, тебе тоже надо. Ну, разъепешите с X-фриком, значит. Епешите уже с X-фриком, палком. Палка выпала 500 в старт, так как бы ручка. Ну? Коля, X-фрик, епешите. Один К, X-фрик, 2К, 2,5. 3. Это палка с меткостью, да. Сурик 4. Все, Сурик останется. От силы тогда на замену. Джипси в рейд. Петя, тоже заходи. А, Петя мне написал, что на полчаса отойдет, и у него какие-то проблемы с Дискордом. Ну, полчаса назад, а то мы еще только мобов на моей сейчас написал. Так, в Акате ты танком останешься, поэтому нужен будешь.
Кидайте обмен Марухич и Будрейвен. По-моему, только вы и ваши шмотки. А, и Изморский тоже. Марухич на щит. Принимайте Смон там. Смонки тоже не стоит. Изморский. Я понимаю, что слот хотел дать. Так, сейчас подумаем, кто здесь не нужен. Ретрик. Бухой, надо что-то с босса. Что надо? Какая шмотка? Брасы. Брасы. Ну, кружка уже, походу, твоя. У тебя ИП больше. Брасы. Брасы выпали. 250 стар. Тут, скорее всего, либо брасы, либо кружка. Может, и троянок брасы нужны. Ну все, троян за брасами идет. Саня, ты уезжаешь или нет? Не-не, пока я иду с вами еще. Хорошо. Че, может быть, у Врейта я на замену, типа, он реально на заменах сидит по КД. Я и так тебя, я... Я и так тебя на замену закинул. Ну, все. Выхожу. Я вышел. Локати. Локати не нужен здесь. Можешь тоже выходить. Рария, заходи. Санька, только дай фаски троян. Нужен или не нужен? Не, не нужен, Женька, да. Не-не-не, не нужен. Я посмотрел, что хватает танков. Нет, Санька. Либо ты, Вадим, хилишь, либо Сосуна хилит. Решайте сами, кто из вас хилит. У тебя, в принципе, фласка выпита. Давай и ты с флаской. Бля, ну нам бы еще одного варочка, кто бить босс будет этих трэш. Андрей, кружка тоже какой-то природой бьет и так далее? А? Только природа. Да я возьму тебя, возьму. Краш-тест. А, сейчас я фласки скину обратно в ДБ. Да, пошли трэш пока чистить. Кружка, это магия природы. Из танка апокалипсис. Кстати, Саня, собаки уже не бьют вроде как. Ну, то есть... Блядь, опять 1 апреля, да? Мы этот... Мы не добивали как-то, и нас всех шотнуло. Ну, на прошлом КД это изменили. Сань, не верь, это 1 апреля, как всегда. Хорошо, что именно? Не, Вова не будет обманывать. Короче, как делать? Расскажи, так и сделаем. Так. Блядь, что за птички летающие? Просто их игнорировать? Просто их игнорировать или что? Шабаки просто, да. Милики убивают, когда у них есть возможности. Все, атаки их не трогаются, когда олм открыт. То есть бьем чисто, когда закрыт олм собак, да? Да, да. Ну давай попробуем. Ну на прошлом, когда я ходил другим персонажем, мы не успевали убивать собак, и нас вообще не било. Там, знаешь, то ли фишка в том, что каст заканчивается, и собаки до того, как каст закончился, исчезают. А если собаки не исчезнут до того, как каст закончится, и их будет 4, нахуй, то просто рейд ляжет, нахуй, и все. Я тоже, ну, у нас периодически это срабатывало, их банить, периодически нет. По-моему, это зависит от скорости касты вот этого жертвоприношения. Типа, если до каста успел кинуть костные защиты, то вроде как, ну, типа, может, я ошибаюсь. Ну, по-моему, так. Набейте все трэш. Блин, ну мне бы не помешал бы на всякий случай на Верочку либо Петя, либо Ваня. Наверное, одного из них вернуть. Все-таки убить собак. Косты сбивайте, звездочки сбивай от Мистер Бонд, X-Freak, Юи и Пинаколада печеньки, блядь.
Так, Дексиона, Краштес, что-то надо с королей? О, мне маунт выпал. Ну, ладно. Дексиона, Краштес, с королей. Пояс какой, кинь? Разъебашим его. Этот пояс нужен. Блять, ну он такой себе на лока. Ну давай, ладно, похуй. Ну 250 дексио на пояс. Есть кто-то еще на пояс? 250 раз. 252 хилы. Может быть надо кому-то еще с хилов? Маша, Женя, Маша, Саня. Ну все, 253. Ну тогда дексио найдет на босса. За поясом. Мне три маунта выпало. Да, маунты или питомцы? Не, именно маунты. Ну это гумно. Они одинаковые все. Джипси или Найоми, что-то надо из босса? Королей. Все, тогда вместо Джипси Бексиона зайдет. Ты на будущее планируешь вторую 25-ку? Какую 25-ку? Ну, вот рейдер 25-ку, типа целка там. Ну как, освоим первую 25-ку, потом уже может быть. Просто я, ну я к тому, что 40 людей. 40 возможно, людей. Стоит потом собирать вторую, ну, посмотрим. Смотрим. Либо когда это пофиксят, когда уже не таким заряженными надо идти будет. Давай, смоньте Дексиону, смоньте Троянского, смоньте Ирарию. Так, я тут, если что. О, Петя, ты, кстати, нужен будешь, давай-ка. Только вместо кого? На Йоми или Войт надо что-то с боссом? Угу. Какая шматка, скидывай. Плащ, либо пояс, да, птенька. Подожди, Марсес, меня сопроты, если что. Все, давай на Йоми на замену, Петю в рейд, чтобы на всякий случай этих собак убивали. По собакам играют Тривара и... Ну давай, Андрей, ты тоже переодеваешь свои тринки. Что там, кстати, Андрей? Первая пачка. Если... Все, сумоньте первых 5 пачек. У кого АПшная, Санька, кому ты АПшной фласки отдал? А, никому, я сейчас в ГБ положу обратно. А, поставьте ГБ кто-нибудь один, один только, не 10 штук тыкайте. Давай какой-нибудь Майлик там, Валинор, кто-нибудь один два. Че, вообще никто не ставит? И шкаф поставьте. Будрейвен, ты мне за печенька кинул обмен? Да, вроде кинул. Да, СПДшные пейте. Ну, у кого выпиты сопроты, можете перепить на дешевые СПДшные. Не перепивайте сопроты. Ну, если, чтоб фаски немного экономить. Блять, я выпил сопрот. Сука, да, заболел. Все остальные кидайте обмен. Смотрите Дексиону Троянского. Дебаф их и будем дальше. Продолжать. Так, АПшные фласки. Санька, ты скинул? Да, назад последние скинки. Закидывайте за АПшными фласками определенно обмен, кого не выпьет. Петь, по-моему, ты и Эрари. Да, я думаю, есть ли мне смысл одного босса пить. Ну, выпей дешманскую тогда. Андрей, ты тоже на одного босса идешь, да? Нету. Вообще, ну, что там сюда забрало? Это нормально будет. Ну, да, получается. Да, нет, ну, у меня вот еще пояс сет возврала, конечно, но... Все, кидайте обмен. Все, давайте, оба кидайте, похер. Сугомно убить, на самом-то деле, время важнее, чем
300 урона. Ну, у меня. Локонец. Какого локонец? Кулака. А, кулака, ребахните. Так, чмыга, это тебя касается. Будешь напуливать моба, которого я скажу тоже в танка, который танчит. Теперь запоминай, какого танка. Какие танки и какого босса танчат. Апокалипсис танчит у нас собак. Слепоглаза. Ромбик. Ромбик, кстати, Марухич, запомни. Ромбик и печеньку танчит у нас Юи, Пинаколада танчит печеньку. Трусы танчит Изморский. И квадратик танчит у нас Пахлаван. Пахлаван. Так, боссов мы не бьем, только бьем по команде без АУЕшек. Без АУЕшек, точечно. Чмыга с тебя на пул... Того моба, которого мы бьем, в танка, который его танчит. Обязательно. Это дело нужно сделать будет. Все. Это, в принципе, вся тактика будет. Будет активироваться, когда будет активироваться печенька. Печенька. Вова, ты крест танчишь, извиняюсь. Когда будет активирована печенька, будет развешиваться на всех живая бомба. Это тебя, чмыга, касается, ты здесь первый раз. Ее нужно будет просто вынести от рейда на рейндж 10 метров. Следи за своими дебафами. Обязательно. Все, ставлю рыбу. МК закинул Art of Magu. Санечка, запомни там его цель. Саппорт, я скинул ГБ, блядь, саппорт, сейчас возьму. Кому нужно выпить саппорт, кидайте обмен тоже определенно. Кидай, еще раз Изморский. Сейчас, где найду, куда я скину. Держи. Все. Кушайте рыбу. Готовность на пол. Все пока что станьте прям в луну. Это касается кастера. Все готовы, танки. Забирайте своих мобов, пока что никто никого не бьет. Мейлик, забери тьму. Женя, забери огонь. Мастера ур. Никто никого не бьет. Киглер на пол. Чмыга, напугливай Киглера в Изморского. За гром следите. Милики не бьют Киглера. Киксрик, отбеги. Тебя хилить и так тяжело им хилить. Милики бьют по факту только Лома. Почти весь бой в каше будет. И собак бей вместе там. Собак бьешь. Собак бьешь только когда не активен он. 2 секунды. Стоп урон по Киглеру. Прохил рейд. То с маной. Стоп урон. Опять Киглера напулили. Играем по нему. Маша, Иннер по Марухичу закинь. Было бы хорошо, кстати, Киглера добить. Сможете освободиться. Напоминаю всех остальных. Без АУЕ. Заберите Лома. Забери Апокалипсис Лома. По зубы пою и закинь, Санечка. Все, когда забирает танк. Точнее, похована, когда флекс закидывает, то закидываешь зубы. 2 секунды можно по Киглеру поиграть. Стоп урон по Киглеру. Прохил рейд.
Крош, отбежали все от печеньки. Женя, сейчас умрешь. Точечно по печеньке играем, на пул обязательно. Смотрите, не сорвите. Если сорвете, это почти вайп будет. Сейвы отдаст Юи, и Майлик, у тебя огонь, да? У меня. Женя, значит, ты отдашь. И выносите живые бомбы. Следите, на кого вешается, и выносите Юи и поднимите на фул. А по декурсам определенно первая пачка, вторая Марсес, третья Art of Mag. Приготовили сейф нажимать. Он у пятая. Отдали сейф. Ну, Женя. Отдал. Он мне не показал, почему. Стоп урон по крошу, стоп урон. Блин. По ому игра. Все, собака отвели, пинаковаду прохил, похлована поднимите. Собака одна в рейде. Декурс. Геру новому дайте. Теперь отдаст сейф Пинаковада и отдаст Майлик. Шнурки сальву закиньте. Приготовили сейвы. 2 секунды можно по ому поиграть. Стоп урон по ому. Сейвы приготовили. Отдали сейвы. Приготовьте декурсить. То же самое все. Угу. Ому напулили. Приготовьтесь декурсить. Сейчас, возможно, больше будет стаков. Если что, Ршамы поможете. Ой, закастуй гимноману. Сейчас, когда выходит. Забери, Женя, сейчас ты тьму. На всякий случай. Женя и Юя даст сейф. Приготовили. Лищ. Стоп урон по боссу. Отдали сейвы. На пол слепоглаза. Гимн на пул слепоглаза. Играем по слепоглазу точечно, без зауешек. За гром тоже следите, Юи не потеряйте. Маша Инер по Полинору. Санечка Мавар по гимна маны за посты. Пять секунд буквально еще можно поиграть по боссу. Три, два, стопнули урон все. Оум опять. Без АУЕ пока его играете, чтобы собак не прохилить. Отведи собак подальше, апокалипсис немножко. Декурс. Дай возложение рук по Мейлик по Полинору. Он не восстановит. Маша как откатится, Инер тоже по Полинору забьешь. Полинор, если активируется Киглер, пойдешь на этом, повосстанавливаешь ману на... Пинаковада не зыбка готова. Ага, ты сейчас отдаст Good Help и Пинаковада. Буквально 2 секунды можно по боссу поиграть. КД 5 секунд. Стоп урон по боссу.
Отдавай те. Ом активен снова. Собака в рейд пошла одна. Да не херяйте их, ебать. Что вы делаете? Да вообще хуёво. Закидывают охуенно. И не без уешек. Не бейте уешками. И отводи эту апокалипсис немножко. Блячки тоже не вешайте. Этот сейчас отдаст сейв Майлик. И этот... и Юи. Отдай тьму, пожалуйста. Декурсите, декурсите танков. Дела. Расколы подстакивайте, тоже помогает на собак. Приготовьте сейвы. Приготовьте сейвы. Стоп урон по боссу. Отдали сейвы, быстрее. Еще раз Ом. Надо добить его. И все играйте по Ому, тупо по Ому. Без собак. Собаки забери по апокалипсису, уведи их. Декурсить продолжаем. Надо добить по-любому. Процент отлично. Все, молодцы, идите восстанавливайте ману. Идите восстанавливайте ману на слепоглазе или на кроше. И в хапалу и рашаму всем. Все можете. Меня выкинуло. Мишку выкинуло. Мишку, ну ничего. Вместо мишки пойди пинаковада, будешь там танчить. Все, отбежали все от кроша Ома. Это слепоглаза, точнее. Киглер. На пол в мишку и пинаковат иди тоже встань туда, чтоб он не срывался. Чуть что забирай. Ничего страшного, что это. Дали бурсты, здесь можете бурстануть. Идите. Апокалипсис, ты тоже встань, иди к трусам, только не подходи прям туда. Если кинет хекс на пинаковату, заберешь ты. Только не подходи, чтобы тебя не дамажило. А можно его побью? Не пойму, урон увеличен. Ну, как бы хилов напугать будешь лишний раз. Давай я тебя похилю. Все, убежали, убежали. И стоп урон по боссу. Киглер, все, добиваем Киглера, иди бей, Петя. Частицу по шнур... Нет, Юй держите, главное. Через Петю хилять. И шнурки тоже можешь пойти побить. Мистер Бонд тоже под 50 на 50 может быть. Вот, когда он кастует вот этот скилл, обязательно 50 на 50 прожимай. Да мы жирные, мы выживем. Или кошек, как бы. Войт, Маша, Иннер залей по Марухичу давай. Все, можете ману на печеньке повосстанавливать. Буквально еще 5 секунд. 5 секунд буквально. Все, милики можете пока почилить. Отбегите, чтоб только у вас огненная бомба. Отбегайте от босса на печеньке. Хэпалы. Хорошо. Слепоглазы. Играем по слепоглазу. Милики, которые больше... Не, хотя ладно, не надо. Не надо бить слепоглазу. Хилов нафига. Пока что без ауешек, чтобы не сорвали Ома. Если Ома сорвете, вайпните рейд. Поэтому смотрите аккуратно. А, чё мы тупим? Чё-нибудь не тупим? Пинаковада, ты же можешь увести одного забрать. Сейчас, когда закончится, заберешь этого слепоглаза. 5 секунд можно еще поиграть. Стопнули урон. Если активируется слепоглаз, заберешь пинаковада его.
все, забери его, отведи. Можете себя уешить уже. Кто там ауеши? О, бусты с ауешными. Галя, можешь пойти побить, в принципе, слепоглаза тоже. И мистер Бонд, под 50 на 50. Петя, в принципе, тоже, если есть желание бить. Бей, дам язык. Только все сейвы не отдавайте. В принципе, все милики можете идти бить, там, шаманы выхили. Только прожимайте. Отхиливаете, милики. Вот, дамажит слабенько. Все, отбежали от босса. Опять слепоглазы пошли, милики добили. Все, Ома точно не подходит. Все, не Ома, а Кроша. Не подходите бить, милики. Там сразу смерть. Ну, только если кто знает, как делать надо. Может бить. Там надо будет отбегать, успевать. Но лучше не рисковать. Может, когда-то сделать. Да, сейчас только подождать. Восстанавливайте Диссиману. 30 секунд можно чилить. Нам убили босса? Мы уже этот, на королях. Королей почти убили. Давайте, я ливну, пойду убью в обычке, потому что я не ожидал, что у вас будет, блядь, рейд. Я вообще... Саш, ты неправильно сделал, Саш. Саш, я пришел на рейд, сделал как, Саш. Так больше не делай, Саш. Миленький, РДшники, убегите. Жень, это было бы на три босса только. Целка, понимаешь? Я понимаю, вчера был рейд, про целка был, Саш. Смотри. Какая разница, все равно сегодня РТ. Ну, ты пришел, я тебе ИПН чистил, все. Ну, понимаешь, я мог тоже попасть на это РТ, как бы я чипу забрать. Но хули, блядь, но я не понимаю, вот это разнообразие. Я приехал на ЦЛК. Хорошо. В следующий раз я говорю, почему я поставил ЦЛК, потому что думал, ЦЛК пофиксить. Надо было написать. Что ты написал? Приготовились сейвы отдавать. Мой Майлик и Юй. Нажали. Стоп урон по боссу. Сейчас он активируется заново. На пул. Бейте. Сейчас Гэдхелп забери огонь и Пинаковада отдаст. Геру, давай. Жень, только не ливай, пока мы добиваем ливнёшь, когда добьём. Как я жду, давай скорее нет. Убивайте, потому что, блядь, там уже собирается. Угу. Старайтесь. Так уже все, Кроша последнего добиваем, дальше кроли останется. Мои лик и пинаковада приготовьтесь. А далее? Сейв. Ну, хп дал. Угу. Сейчас добивайте его. Не забывайте огненную бомбу выносить. Они тут уже не понадобится сейв. В короля сразу тоже не врывайтесь, я посмотрю, что там на нем заезжается. Идите бейте все. Пока что.
Маша, соленья инер, пожалуйста. Санечка, закстыги на ману. Тоже на ману ебанул. Я только что ебанул. Себе резал ману. Милики убежали. Или приготовились убегать, кто шарит, как это делать. Убежали. Похована прохильте. Все, идите, огненная бомба, не забывайте его носить. Если что, зубы есть. Все, бейте, бейте, милики. Жень, уже 50% сейчас набьем. Жень, хочешь, я тебе могу на восстал вступить? Да, мне не надо, давайте скорее. Не, Санька, ты должен не ДЦ. Все уже. Я в России. Мелики. Снимаюсь хуйню, как получилось сейчас отдыхать. Приготовьте собаку контролить. Ну, мы типа еще и ЦЛК можем успеть на три босса ходить. Законтролить собаку. Нет, туда я уже не хожу. Все уже. У меня уже время. Ходите, идите. Не, ну куда? Надо самый сильный состав на ЦЛК. На будники сделаем. На каждый день меня ну, не что, будет. Типа я рассчитывал? Я рассчитывал на то, что... Вообще? Да. Я занял его, все. Ну окей. А завтра будешь, Женя? Нет, завтра, послезавтра. Завтра точно нет, послезавтра не знаю. Ну, послезавтра меня не будет. Только если без меня захотите пойти. Инер по Марухичу залей, Маш. Когда? Вижу. То же самое, приготовьтесь собак контролить. Еще две выйдут. Ну, 15 минут, кстати, били босса всего лишь. Чуть больше. В районе 20. По герам смотрю. Геру дали после двух активированных тиглеров. Это 2 минуты. 17 минут. 20 минут бойдет. 20? 20 минут бойдет. Значит, я неправильно. Че, он замену? Значит, с пухой. Да, можешь идти на замену. Окей. Ну, кстати, на Аркана плащ неплохой. На первое время. Так. Женька, подожди 5 секунд, я поначислю за этого босса, за другого потом отдельно начислю. Женька, ты что там придумал? Все, можешь ливать. Да, ты в апокалипсис ДД. Сейчас мы еще перестановки сделаем. Пробегайте. Пробегайте. Я пока шмотки разъепешу, дальше засмоним. Давай еще пару шмоток. Можем пару шмоток дальше еще разъепешить. Там тот же поезд, например, дорога. Сейчас разъепешим. Пробегайте. Пробегайте все. Так, палка, сколько там ставил X-Freak? 4000, да? 4 старт. Раз. 4, 2. 4, 3. Что, грацию X-Freak? Войд, отнимешь? Дальше. Плащ.
Марсес 250. Джанг, ну он же с хостой, нахер это говно на этого. А диван дали вообще? Ну там вроде шаманы есть, встанут, если что. Вон что пробежали. Ну, окей, ладно. 350 Марсес. Ну смотри сам, ну это говно плащ на. Ну хила бы взял. Налог. Марсес 350 раз, 352, 353. Кстати, не обманул. 9 косарей дал. Ну, я почему Марсес я забрал. Дальше голова кольчужная. Ну, если честно, непонятно, кому она надо, но пофиг. 250 старт. Надо? Чмоги. 250 раз. 252, 253, чмыга минус 250. Хорошо, но офспек тогда войд, верни Марсезу, войд 125. Раз. Кому-то еще может надо. А этому его поднимать это так не работает. Нам нужен человек, который дамажит, а не этому его поднимает. Такие рейзи всегда не нужны. У тебя ну, это, так это лучше, да. У меня скинешь мне себе за 125. Забираешь? Угу. Все. Так это лучше, это Т4, блин. Ой, не Т4, а ты. А вы где? 10. Я стою, меня надо сумонить еще. Не, ну, как хочешь. 250 чмыги снимешь. Ты снял. Угу, и печенька последняя. Джанг, 1К. Нынче печеньки уходят. Смотри, за сколько ушло. За 6 вроде ушло. Ладно, спасибо. За 6. Похуй, пусть сипаешь, ладно. Ой, Саша, ну что значит похуй? Вот мне вот это вот, отношение у тебя привзято. Вот у меня, честно, кому-то можно что-то делать, а кому-то нельзя. Ты или всем одно, или всем не то. Вот прости меня, конечно, у меня реально так, горит. Дело смотри, в том, что когда я на рынке просил, ты ни в какую нет, блядь. А как вот так вот, да? Не, ну короче, честно, вы тоже не охуели печеньку за 2-3К забирать. Если на прошлом КД за 8 забирали. Смотри, стоп. По поводу ретрика. Ладно, потом, короче, это поговорим. Если разрешили только ДД, то не значит, что нужно за 3К забирать. Короче. На то пошло. Принимай там Смон Диксион. Подожди. Пока никого не смоните. По поводу печеньки. Успеете вы получить все печеньки? Возможно, если так все будет идти, я буду второй рейд собирать. Потом будете попадать, будем собирать. Нам сейчас какая задача? Вот. Собрать максимально сильный состав. Один, чтобы пронести целка. Я вам сам говорю, и печеньку не ИПшку. Хотя на данный момент она мне нужна. Но я буду дальше Пайрос фейкаться. Я тоже не ИПшу. И ну, второй то есть, рейд... Я не знаю, что вы не жадные, что вы горите по поводу этого. И второй рейд пойдет. Я считаю, что лучше... Лучше сейчас разъебешить именно ДДшником, потому что это апнет урон. Кто не согласен, готов выслушать потом. Пускай рулят да и все, похуй. Хули, какая разница, через неделю или сразу, блядь, или через месяц. Мы же не торопимся никуда, надо эту цель понять для себя. Если типа есть цель завтра убить, то давайте, блядь, что думать, донатить нахуй.
Просто решите, вы хотите завтра убить нахуй или вам похуй. Ну, типа, относитесь проще, это же игра, блядь. Проще отношения. Почему кому-то можно, а кому-то нельзя? Вот давай пускай, вот с этого начнем. Пускай все тогда и все, пускай все. Пускай все ролят, и все, и похуй. Я пойду во второй рейд. Саня говорил, твинки хуёвые нахуй одевать. Я пойду помогать людям одевать других людей твинков, у которых мейды, там, твинков, не твинков, похуй. Пойду по РЛу там. И я тоже печеньки не ролю, у меня ноги да. Печеньки. Я смотрю, как вы... Вот. По поводу тоже пишет... Пишет, что Троянский пишет. Да, первые это 5 куски по-любому пойдут в начале танком и хилам. И только танки и хилы будут епешить. Т5 именно. Ну, ладно. Что ты тебе так тоже говорил? Ну давайте что там ксёрки. Блядь, какие же. И хики офнут. Давайте бить уже. Потом попизди, попизду. Десятки целых кап на трэше попиздим. Короче, подожди пока. Не пешите печеньку. Что там ставили? 6к? Окей, ставь 6к. У нас здесь вот такие. Не, это не я, это я типа смотрю. Да нет, поставил. Не, ничего страшного. Мне здесь нету... Ну, кто там 6к ставил? Я просто не чат проебал. Тогда заново епешим, печенька. Епешите. Пинкла... Ой, похован 6к ставил, но... Янг 5.2, Майлик 5.5. Раз. Гексиона 5.8. Раз, Майлик 6. Раз, Майлик 6. 2, Майлик 6. 3. Кидает мне Владимир. Умираться. Ну вот, минус один человек на печеньке. Ему же печеньки не нужны. Две печеньки есть. Так, отними его, и ты чмык, бич, кидай обмен за головой. За 250 ты его забирал. Так, краш-тесту нужна проходка. Точно. Он попадет в рейд. Отходи, Вова, отходи. Апокалипсис, останься в танке тогда. Вот, краш-тест тогда пойдет вместо пиноколады. А, да, подождите, давайте пак убьем вначале, а потом сделаем перестановки. Пошли пак убивать. Да. Потом сделаем перестановки все. Бьем по черепу. Груля кто сагрил? Алло, закиньте диван, быстрее, диваны. Груля загрели. Отбегите только назад. Да, так ты руки будешь закрывать апокалипсис. Трэш почистим. На уроке, когда трэшем стал. Так, там на Йоме может что-то надо тоже. Всем, кому надо что-то с босса, заходите. Буревестник Паша. Ну, проходка нужна точно была. Почем последняя печенька ушла? Много. 6000 Вадим забрал. Я типа могу семерку поставить за эту. Ну сейчас разберемся. Сейчас еще пока не пошли. Давай он вместо меня тогда зайдет. Похилит. Мне тут. Да, он зайдет, вместо тебя похилит, а ты на замену пойдешь. Ресайте всех. Как же в гильдии мастреса не хватает? Ну вот, последний левел остался и будет красиво. 200 тысяч, ну сколько, 2 миллиона. Да. Так, я Кадамия начислил за... то... смотреть.
не начислено. Сейчас кодами загрузляем. Смотрите, гуляй, не загрите, пожалуйста. Сейчас мы трэш почистим, разъепешим. Сейчас, не спеши пока, Андрей. Шмотки. Ну вот ты поепешишь вместе с Троянским. Сейчас всех резнем, убьем трэш, все разъепешим. Нескольких людей я по-любому еще поменяю. По-моему, Бухому что-то надо было, Буревестнику надо. Бухому надо, Александр. Вставай, Саня, чуть-чуть не резни. Так, по печенью, по черепу играем, взбиваем все косты, мистер Бон взбивает звездочки. И звездочки еще позбивает Апокалипсис. Сначала ману на помощь. Бафнитесь. Что? Звездочки Апокалипсис сбивает и этот мистер Бонд. Все остальные черепы, играем против черепа. Все, пошли бить. Ребаф дайте минимальный. И погнали. Смотрите, гурля не загрите. Снова. Ой, можно там уже на этого бы? С Троянского заберите. Заберите череп. Нажми, Женька, масса про. Дыхал. Маме грустно дал, ебать дебил. У меня, если что, еще второй персонаж ДКшник есть, который с проходкой тоже. Что-то надо насчет этого подумать. Как докторей бы сделать. Так, чтобы владеть. В принципе, он груль магик вообще без проблем двоей или собирать. В данном этапе. Ну, я говорю, тоже у меня ДКшник есть, тоже похожу. Ну, типа ЕП общий. Может быть, в следующей неделе так и будем делать. Смотрим, надо что-то придумать, чтобы мы быстрее немножко одевались в этом плане. Сейчас основная задача — это продвинуться дальше в ЦЛК, потому что если мы убьем рука, там парочку... Ну вы собираете, собираете. Я ж не против. Собирайте кары, ходите, водите. Все равно я со всех не смогу взять. Войт может заэрэлить, Ваня может заэрэлить, вон с магом этим ходили, Art of Mag, он тоже вроде как-то заэрэлил. Я знаешь, почему ЦЛК предпочитаю ходить? Там УД много, которое нужно всем, как бы. А Кару не хочу, потому что там, блядь, там тоже... Гемора много. Гемора дохуя. Если не брать два сильных хороших рейд, там пиздец, да, геморрой. Да. Скажем так, Дрипси, если там тактику хоть один человек не знает, это просто такой геморрой. Типа тринки все хотят.
Я в кару Герна фул хожу только одним персоном из пяти. Хотят все, а тактику соблюдают и исполняют вообще не все. Ну да. Ну, в целка убедились на Синдре. Есть и тут. Есть. Ага. Все. Теперь и пошли шмотки и пояс, который в дикей скидывал, скинь его еще раз, чтобы все его видели. Сложно. Гратовый пояс, 250 старт. Один К троянский. Изморский. Да вы что, блять, кожу отбираете у кота бедного? Охереть, блядь. 4 К. 4-5 троянский. Шесть раз, шесть два, шесть три. Все, Бухим решил момент, Бухой пойдет вместо тебя. Улетай, Андрей. За кружкой. Подожди, Марухич. Так, Сасуна вместо Майлика. Вадим, скинь фласки, меняй. Так, Полинор или Марухич, вам что-то надо с боссом? Ботинки. Марухич. Тапки. Ну, тапки получит один из вас, не пэшите тогда. Тапки. 700 Полинор. А 6К отнимать? 1000. В смысле 6К? Ну, за пояс. Нет. Так сейчас не выпал пояс. Полторы. Отнимай. Марухич. 1800. Раз. Полинор. Два. 2200. 2200 раз. 2500. 2700. Марухич раз. Марухич 2900. Полинор 3. Давайте уже давите нормально. Все, Полинор, давай на замену тогда. Буревестника тоже греет. Так. От силы, какой шмот тебе нужен был? Палка. Какая палка, скидывай? Скинь эту палку, и мы ее тоже разъепешим. Я скину. Топор, топор. 500 стар. Епешьте. Лёня, тебе, по-моему, что нужна была палка тоже. От силы 500. Апокалипсис 500. 1000. Две апокалипсис. От силы 5К. Лёня 6. 6. От силы 7. Вот это борьба, я понимаю. Лёня 8. Ва-банк. Раз. От силы 10. 8. Что можно было поставить и выиграть? Ну да, в принципе. От силы 10К раз,